«Утопим вражду в солнечном свете». Под таким названием в областной библиотеке проходит выставка детских рисунков, посвященная творчеству поэта-авангардиста Велимира Хлебникова. Подробности далее. Четвертый международный фестиваль Велимира Хлебникова прошел в Запорожье. Традиционно ко дню рождения поэта 9 ноября организаторы фестиваля проводят конкурс рисунка. В этом году свои работы прислали около 300 участников. Дети от 5 лет, школьники, студенты из Запорожья и области. Впервые прислали работы из России, из Астрахани, родины Велимира Хлебникова, и Нижнего Тагила. А также на выставке можно увидеть рисунки японских детей. Всего представлено более 300 работ. У нас традиционно в конкурсе рисунка участвуют японские школьники и студенты. Партнер фестиваля Хлебникова – это Европейский институт университета Дзёте из Токио. Из этих работ победителей пытаемся сформировать выставку, которая будет вывешена на сайте Европейского института университета Дзёте. Все работы – иллюстрации к произведениям Велимира Хлебникова. По традиции, лучшие, по мнению запорожских художественных экспертов, рисунки отправляются в музей поэта. После того, как вот здесь она завершится, я лучшие работы, ну, на самом деле, почти все, большинство работ дарю в музей Велимира Хлебникова в Астрахань. И затем там тоже экспонируют наши работы. Выставка картин в библиотеке Горького будет работать на протяжении нескольких недель.